1909 году в деревне Боровцы под Барановичами родился Сергей Грицевец. Один из лучших военных летчиков 30-х годов. Первую мировую его семья переехала на Урал, спасаясь от немцев. С 22 лет он навсегда связал свою жизнь с авиацией. Грицевец воевал в Испании и сбивал гитлеровских летчиков, которые сражались на стороне испанских фашистов. Летом 1939-го принимал участие в боях с японцами на Халхин-Голе. Во время одного из вылетов Сергей Иванович спас командира соединения, который после падения оказался в расположении противников. Грицевец приземлился рядом, затащил товарища в одноместный самолет и на глазах изумленных японцев поднялся в воздух. За заслуги перед Родиной наш земляк стал первым в истории дважды героем Советского Союза. 16 сентября 1939-го майор Грицевец трагически погиб в авиакатастрофе. За сутки до того, как Красная Армия начала освобождать его малую родину от польской оккупации.